Смотрите в пятницу 20 октября в 18.15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите, двум красивым собакам и одной замечательной кошке нужен свой дом. Посмотрите видеовизитки и помогите собаке или кошке найти свой дом. Спортивное собаководство, кого называют фигурантом, человек редкой кинологической профессии. Репортаж с московской дрессировочной площадки Чертаново. Гости в студии: Алексей Замулин, специалист по натуральному питанию для домашних животных, и Анастасия Коношенкова, биолог Самарского национального университета Сергея Павловича Королева. Важная тема: натуральное или сухое питание для собак? И кто здоровее, бродячие или домашние собаки? Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самаргиз» в пятницу 20 октября в 18.15.